вами степенной 96, просто на руки скромник, господи! Господи, босс, это чудище живое! Геонис, и бро, вы не поверите, сегодня просто жесточайшее видео! Потому что даже сейчас мы находимся в доме, который купили в Даркнете! И панда, вы не поверите, но сегодня мы призываем SCP-096! Просто на роде скромник! И панда, это просто жесточайший SCP, на которого никогда в жизни не можно смотреть! А то если мы на него посмотрим, он начнет стесняться! И может напасть на нас и просто убить! Или же закрыть на своей огромной челюстью, которая раздвигается просто до полметра, панда! У него реально огромный рот! А еще больше всего опасно, что призыв просто проще простой! Нам просто нужно посмотреть на фотографии этого SCP, и он сразу же придет в этот дом. Вот так вот он это чувствует. И панда не вырывается из фонда SCP, все потому что он уже очень давно сбежал с него. То есть он сейчас просто разгуливает на свободе, и он может напасть на любого кого. А самое опасное то, что его может призвать любой из вас, просто посмотрев на его фотографию. Это просто жесть, панда, если честно, мне все еще это все не верится. И панда, ради собственной безопасности, сегодня мы его призываем в доме, который купили в Даркнете. Надеюсь, он придет. И бро, давайте так, 1000 лайков, я призываю суку-подростка SCP-166. С учетом того, что она полностью голая, банда, это будет очень интересно. Именно поэтому, бы не допускайся, не жми свой лайк. И за 10 тысяч лайков я реально ее призову. Эй, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супер-банду. Ведь при дриме супер-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, и тогда ты будешь самой сильной бати на ютубе. Эй, бро, также сегодня с тобой видео снимает Настя. А тем временем, панда, мы еще в 30 ночи призываем SCP-096 скромника. Погнали! Окей, панда, вам ни капли не послышалось. Мы реально сегодня призываем SCP-096 скромник. Просто посмотрите, панда, на часах реально 3 часа ночи, 3.01, если быть верным. И панда, это просто жесть, потому что скромник может прийти в любую минуту. Просто нам сейчас нужно посмотреть на его фотографии и все. После этого он будет уже в этом доме. Просто представьте, насколько это легкий призыв. Вот фотография скромника, панда, сейчас я вместе с вами на нее посмотрю. О, господи, какой же он жуткий, его огромный рот, это просто жесть, панда. Все-таки, по идее, после этого он должен прийти. Я очень надеюсь, что все пройдет более-менее нормально, что он хотя бы на нас не нападет и хотя бы меня не убьет. Окей, панда, вот скромник, видите, это я смотрю на фотографию, просто жесть. Окей, панда, надеюсь, этого будет достаточно. После этого скромник должен прийти в наш дом. Точнее, панда, в этот дом, который мы купили так, найти за 1 000 000 рублей. Это просто жесть. Окей, тем не менее, мы ищем, что будет дальше, пока что ничего не происходит. И, кстати, панда, этот дом ничем не изменился, как был ранее. О, господи, Настя, ты слышишь? Да, слышу. Там как будто кто-то ходит. Чьи-то шаги, Настя, это просто жесть. Да. А, черт, супер-банда. Вы слышите, что если это скромник пришел? Там реально кого-то было слышно, банда. Че, такие идем только тихо, Настя, нужно посмотреть, кто там. Здесь у нас настоящая лестница, которая идет прямо на чердак. Он вроде бы сверху закрытый, просто посмотрите. Там какое-то дерево, вы видите? Это просто жесть, что если это скромник пришел уже. Сереж, мне страшно. А, это как страшно, просто жесть. Окей, тем не менее, нужно на полиции посмотреть, что там. Это ужасно, банда. Окей, на ваши глаза чисто впервые полезу. И вы посмотрите, что же находится на чердаке. И, возможно, сейчас я привезу у настоящего скромника. Окей, супер-банда, это просто жесть. На вас и глаза, я сейчас реально сюда вылезу. Господи, вот эта дырка. Господи, окей. Вроде бы идет, банда, посмотрите. Я уже прям почти наполовину открыл. Черт, это просто жесть, банда, посмотрите. Вы это видите? О, господи. Господи, просто... Антибанда, мы впервые на этом чердаке, вы это видите? О, господи, как же здесь стрёмно, чёрт, что это такое? Это просто жесть, банда, я впервые здесь вместе с вами, и то, что я здесь вижу, это просто ужасно. О, господи, окей, смотрите, вроде бы здесь ничего необычного нету. Это просто жесть, как же здесь стрёмно, что это вообще такое? Господи, это просто жесть, как жутко выглядит супер-банда. И кто-то же здесь где-то ходил, но кто, банда, это просто жесть, гляньте. Эй, здесь кто-нибудь есть? SCP-096! Скромник, это ты? Господи, это просто жесть, банда, вроде бы пока что ничего не видно. Я реально ничего не вижу, господи. Черт, просто гляньте, как же это все мистически выглядит. Здесь какая-то кроватка, вы это видите? Это просто жесть, банда, черт. Здесь реально кто-то лежал, господи, что это? Вы это видите, на 100 кров? О, господи, гляньте, здесь какая-то надпись.
Не смотри на меня. Что это значит, Бонда? Что это вообще такое? О, господи, вы это видите? Просто жесть, Суприм Бонда. Что происходит? Откуда здесь эта надпись? Здесь реально свежая кровь. Я случайно дотронулся, Бонда? Это просто жесть. Господи, мне реально это все не верится, господи. А что если это скромник Бонда? Черт! О, господи, он реально здесь, посмотрите. Здесь какая-то слюна. О, господи, Бонда, только не это. Я вам говорил, у скромника реально огромный рот. Он раскрывается до полметра, ему очень тяжело его удерживать. Получается, у него со рта капает слюна, им Бонда, посмотрите. Получается, что это написал скромник Бонда. Эй, скромник, ты здесь? Скромник. О, господи, как его здесь нету, Бонда, нужно просто спускаться. И он написал, не смотри на меня, то есть я не должен на него смотреть, то иначе он будет на меня злиться. Ах, и тем не менее, Бонда, давайте уже поскорее спустимся отсюда. Окей, Бонда, скорее спускаемся назад, это просто жесть, черт. У меня просто грязное все. Окей, бандиты, ясное дело, что нужно закрыть все за собой, потому что те, кто потом сюда могут прийти, могут все это увидеть и искать нас, тем более, что они знают, что мы здесь все видели. Ди, все, пусть этого никто нас тоже здесь заметит, мы все закрыли. Если это скромник Настя. Тихо. Это реально может быть скромник. Это просто жесть, Суприм Бонда. Мне от этого не по себе. Он где-то там, в той комнате. О, господи, это просто жесть, как стрёмно, Настя. Окей, Суприм Бонда, тихо. Идем, нужно максимально тихо разговаривать, чтобы он нас не услышал. Надеюсь, если он даже нас не услышит, главное только на него не смотреть. А то он очень из-за этого разозлится, ты согласна? Да, я согласна. Это просто жесть, на себе все уши, в это все не верится. Господи, что если это реально был скромник? Окей, бандиты, до встречи, скромник. Осталось несколько секунд, я уже уверен, он уже где-то здесь. Он за скоростью нападет, вы просто слышите это, он реально где-то плачет. Окей, здесь есть какой-то нож, старый нож, черт. Я возьму его на всякий случай, чтобы все было хотя бы более-менее нормально. Это просто жесть, Бонда. Его вроде бы пока что нигде не видно, господи, знаю, как я волнуюсь, это просто жесть. А да, еще забыл сказать, у нас появился в камере ночной режим. Просто глядя на это, Бонда, это просто жесть, это реально ночной режим. Как же это круто, Суприм Бонда, господи. Господи, Настя, ты это видела? Черт, там был реально скромник. Да. А, господи, где он теперь? Его там не видно, черт. Окей, Бонда, тем не менее, мне кажется, что скромник на меня напал из-за того, что на него смотрел. Нужно просто пристать на него смотреть. В смысле? Ты хочешь туда идти? Да, нужно вернуться, нужно еще немного подснять. Только главное, не смотри на него, Настя. Нет, Сереж, я боюсь. О, господи, ты бы знала, как я боюсь, но главное только на него не смотреть. То есть хотя бы просто закрыть глаза и отвернуться. Мы сможем его спокойно снять. Хорошо, давай попробуем. Это просто жесть, Бонда, мне все еще это все не верится. Там реально живой скромник. Он реально сбежал из фонда и себе он реально напал. О, господи, окей, теперь возвращаемся назад, Бонда, черт. Это просто жесть. Надеюсь, он на нас не будет больше нападать, если мы не будем на него смотреть. Да, я тоже надеюсь. О, господи, Бонда, это просто жесть, окей. Черт, господи, окей. Идем только тихо, Суприм Бонда, нужно тихо разговаривать. А то он может что нас услышать. Хотя мне кажется, Бонда, что он ничего не сделает, нужно просто на него не смотреть. Окей, Бонда, у меня есть здесь. Сейчас я выключу на камерный свет. Я буду светить на него только фонариком. Возможно, тогда он не заметит, что мы его снимаем, Бонда. Точно здесь мой фонарь. Окей, Бонда, вот он. О, черт, окей, Бонда, ты посмотрите вот этот фонарик. О, господи, окей. Вы слышите? Он где-то плачет, Суприм Бонда. Я реально его слышу. Но где он, Бонда? Это скромник, я не смотрю на него, Бонда, просто надеюсь, что все нормально снимается. Настя, главное, только закрой глаза. Кажется, он реально плачет. О, господи, он ничего не делает, получается, если на него не смотреть, он не будет ничего делать. Даже если я буду кричать, он на это не реагирует. Мне просто главное на него не смотреть. Господи, Суприм Бонда, мне так страшно, я реально его снимаю. О, господи, нет! Ача! Он бежит за мной, Настя! Где ты видела, Настя? Да, я не видела! Скорее из-за того, что мы его снимали! Даже когда снимаешь скромника, он сразу становится агрессивным! О, господи, это просто жесть! Я прям чувствую, он пытается вырваться! О, господи, Настя, я уже не могу удерживать! Черт! Это просто жесть! Кажется, он затих! Черт, Суприм Бонда, мне кажется, или он ушел? Господи, только тихо! Что там? Господи, неужели он ушел? Черт, если он все еще в этом доме, нам тоже нужно уходить! А ты, иначе нас просто убьет! Да, Настя, нам это точно не нужно. Да, пошли быстрее. Это просто жесть, Бонда. О, господи, Бонда, это просто жесть. Мы сегодня сняли реальный SCP-096 скромника. О, господи. О, черт, Настя, он на крыше. Бежим скорее, убегаем. Давай скорее открывай, беги. О, черт, это просто жесть, Суприм Бонда. Господи, не оборачивайся, бежим скорее. О, черт. О, господи, Бонда, посмотрите, он прям за нами. Черт, Настя, он бежит за нами. Быстрее убегаем.
Господи, Бонд, это просто жесть! Он очень долго за нами бежал! SCP-096 реально живой, это просто жесть, супре Бонда! О, господи, мне все еще это все не верится, он реально сбежал из фонда! Вы сами это видели! И Бонда, вы знаете, 10 тысяч лайков, я присвою, сука, подростка! SCP-166, Бонда! Обязательно ставьте лайки, я прям завтра его призву! Это просто жесть, Бонда! И прям подписывайтесь на мой канал, чтобы вступить в мою супре Бонду! Ведь, брат, ты знаешь, что не с нами, тот под нами! И провод комнаты из прошлого видео, господи, какие они шикарные! Просто лишь комментарии, бро, знаешь что! Если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно допуститься ниже. Даже свой лайк, колокольчик и все, брат, уже в новом видео. Лайк, лайк, коммент в новом видео, бандит. Так чтобы не допускать, не зажми лайк, колокольчик и пиши комментарий. И Supreme Panda, давайте наберем 10 тысяч лайков, я реально присвою себе 166. А тем временем, бандиты, оставайтесь такими же шикарными. Пока!